Лекция номер 8 по вычислительной математике. Мы рассмотрели наш экспоненциальный ряд. Давайте же выведем экспоненциальную форму для тригонометрического ряда. И начнем мы с формулы Эйлера. Она выглядит вот так вот, где у нас здесь есть такая мнимая единица, означаемая i. И это i находится у нас около синуса. Давайте умножим нашу формулу Эйлера на некое комплексное число аката, которое принадлежит комплексной плоскости. И тогда у нас будет вот такая вот форма. И что такое у нас аката? Аката — это сумма вещественной части акаты и сумма комплексной части акатова, умноженная на i, комплексную единицу. Давайте раскроем аката в виде скобок. У нас появится акате тут, и раскроем наши скобки, то есть умножим на косинус и синус наши скобки. Тогда у нас получится вот так вот, у нас получится i на косинус kx, у нас получится i на синус kx, и у нас получится минус. А, да, еще стоит отметить то, что у нас здесь i синус kx умножается на i комплексная часть акатова. То есть здесь i умножается на i. И когда i умножается на i, у нас получается минус единица. И здесь мы получили минус единицу. Вот. И что самое интересное, мы еще имеем комплексно сопряженные числа, которые для вот этого вот комплексного числа у нас будет вот такое комплексно сопряженное число. Это комплексно сопряженное число будет иметь такой вот вид. И в чем разница между обычным комплексным числом, то что у нас здесь минус будут около мнимой части будет минус. И мы можем взять и прибавить наше комплексно сопряженное число к нашему комплексному числу. У нас будет вот так вот, такая вот форма. И самое интересное то, что вот это вот параметры при мнимой единице у нас просто возьмут и обнулятся. Как вы видите, у нас здесь взяли и обнулились. А здесь вещественная часть, у нас просто вся вещественная часть у нас просто удвоится. Как видите, у нас вещественная часть действительно удвоилась. И теперь, что мы можем сделать? Мы можем просуммировать всю эту форму по k. Получим сумму от 0 до n по k. Итак, и что у нас вот здесь внутри находится? Здесь у нас внутри находится на самом деле уже экспоненциальная форма. Но мы давайте дополним эту экспоненциальную форму. Мы представим наше вещественное число аката, точнее а минус кате, как комплексно сопряженное ему, просто акатому. То есть мы можем просто заменить наше АК со звездочкой на А минус К со звездочкой. И тогда мы получим уже вот такую вот сумму. Сумма у нас возьмет и преобразуется не от нуля уже, а уже до минус n по n. Пока. И мы уже получили экспоненциальную форму для тригонометрического ряда. Она имеет вот такую вот форму. Вот синим обозначено. И теперь, вот наш тригонометрический ряд. А мы взяли для этого тригонометрического ряда, написали его экспоненциальную форму. А мы знаем, что коэффициенты для тригонометрического ряда имеют вот такую вот форму. Вот такие вот значения. Но мы уже их уже, наш... Но мы их уже нашли. То есть аката будет равна 2 рациональной части акатова, а бката у нас будет равняться минус 2 комплексная часть акатова. И тогда мы получим, да, действительно, наши коэффициенты аката и бката. И да, здесь еще стоит отметить то, что а нулевое будет выглядеть в виде а нулевого со звездочкой. Да, вот такое вот решение для А0. А, и стоит еще отметить, что это решение для полиномов. Вот это решение для тригонометрических полиномов. АЕ минус КХ, это что-то не похоже на полином. А мы можем записать наш Е и КХ в виде вот такого вот полинома. Потому что Е в степени ИХ на самом деле является комплексным числом. Если мы возьмем и заменим вот это число на Z, тогда у нас будет z в степени k, а k t. То есть у нас уже будет сумма полиномов вот тут, и тогда мы можем применить эту штуку и найти вот эти коэффициенты.
Что ж, далее. Дискретное преобразование Фурье. Но перед тем, как мы придем к дискретному преобразованию Фурье, давайте мы докажем одну лемму. Лемма о сумме тригонометрических функций. У нас есть вот такая функция y от x, которая нам неизвестна. У нас есть функция приближения f от x, которую мы знаем как... Ну, которую описывает наш y от x. И у нас есть равноудаленные узлы. И этих равноудаленных узлов у нас целых 2m штук. А, они равномерно распределены, да. И их распределение имеет вот такую вот формулу. То есть их житое равно минус пи плюс gm деленное на mp. И g у нас от 0 до 2m минус 1. И соответствующие дискретные значения. То есть у нас есть дискретные значения y житое. И если мы подставим нашу неизвестную функцию y, наше дискретное значение x житое, то мы получим y житое. То есть у нас здесь равенство срабатывает. И вот приходим к лемме. Пускай у нас есть некое целое число, тогда если наше целое число не делится на 1 целое на 2m, то сумма косинусов rxgt равно нулю. И сумма синусов rxgt тоже равно нулю. И еще есть второе дополнение в этой лемме. Это если наше r не делится на целое на какое-то число m, то квадрат косинусов rxgt равно m, а квадрат синусов rxgt равно тоже m. Сумма их квадратов равно m. И давайте перейдем к доказательству леммы. Докажем сначала первую часть этой леммы. Распишем формулу Эйлера, но уже вместо k у нас будет r, а вместо x у нас будет xgt, то есть наши дискретные значения. Взяли и расписали. Теперь суммируем по g от 0 до 2m минус 1. Да, расписали сумму. И теперь, если эта сумма... Все, что нам нужно доказать, это то, что вот эта вот сумма должна обнуляться. Вот это, то, что здесь у нас в лемме написано, здесь у нас должно быть нули. А как доказать, чтобы это вот все обнулялось? Нужно, чтобы у нас обнулялась вот эта вот штука. Тогда мы докажем, что вот это обнуляется и вот это обнуляется. Как здесь и написано. То, что здесь сумма обнуляется. И что мы делаем? Мы в эту запись превращаем вот эту вот форму. То есть мы вместо xgt мы пишем вот это. xgt заменяем на минус pi плюс g делим на pi. Преобразуем, запихиваем, вставляем, раскрываем скобки, и мы получаем вот уже вот эту вот форму. И мы получили вот такой вот комплексную константу, и то, что и здесь некий аргумент комплексный, который мы суммируем. И самое интересное то, что вот этот комплексный аргумент, который мы суммируем, он может быть представлен в виде вот такой вот формы, либо, ну это то же самое, что и тут, либо вот в виде степенной формы. То есть вот это то же самое, что и вот это. Берем и вставляем, мы получаем вот такую вот сумму. И что эта сумма означает? Эта сумма означает, что у нас геометрическая прогрессия. У геометрической прогрессии есть формула, она выглядит вот так вот. Ну, если мы найдем сумму геометрических в прогрессии, она будет выглядеть именно вот так. Мы взяли, уже раскрываем скобки при степени и получим уже вот эту вот форму. И самое интересное, то, что вот это наш, ну, то, что нам нужно доказать, то, что это обнуляется. Когда вот эта вот штука обнуляется? Эта штука обнуляется, когда вот здесь у нас 0, при числителе 0. А когда числитель равен нулю? Числитель равен нулю, когда r у нас какое-нибудь целое число. Если r целое, помните лемму? Вот, r целое число. Если r целое число, значит у нас здесь будет 0. Почему здесь будет 0? Потому что e в степени 2, e в степени i умножить на 2pi равно нулю, равно единице. А если, ну, потому что у нас синус в формуле Эйлера обнуляется, а вот косинус у нас превращается в единицу, потому что 2π. Косинус 2π равно единице. И это для любых r, для любых целых r. Но самое грустное, у нас есть знаменатель.
И этот знаменатель тоже может обнуляться. Этот знаменатель обнуляется, а нам не нужно, чтобы он обнулялся. Этот знаменатель обнуляется только в случае, если e, если r у нас нацело делится на 2m. То есть, если, к примеру, здесь будет 2m, буквально 2m, то у нас получится и 2π. То есть у нас здесь будет единица, здесь будет тоже единица, единица минус единица получится 0. Значит, ну, неопределенность. А этих случаев нам не нужно. Поэтому у нас будет ограничение r не делится на целое на 2m. И теперь, ну, мы доказали уже первую часть леммы. Докажем вторую часть леммы. Она будет так, то, что сумма квадратов косинусов и синусов даст нам значение m. Давайте распишем. И мы воспользуемся тригонометрической формулой. Косинус квадрата, она выглядит вот так вот. Это 1 делим на 2 умножить на 1 плюс косинус 2r житое. Теперь мы разделим нашу сумму на 2. Мы получим сумму единиц. Эта сумма единиц превратится в m. Почему? Потому что g у нас от 0 до 2m минус 1. То есть m элементов, то есть единица плюс m раз единица у нас будет m. Теперь плюс. Уже суммируем по косинусу. Если мы суммируем по косинусу, тогда у нас получится такая вот форма. И когда эта штука равна нулю? Эта штука равна нулю в случае, когда r у нас целое число. Но, точнее, если у нас вместо r будет число, которое не делится на целое, на m. То есть, если у нас будет здесь, например, 2m, то мы уже не получим 0. Поэтому любое число, кроме m, то у нас здесь будет 0. И значит, мы уже доказали вторую форму леммы. Вот так она выглядит. То, что косинус, квадрат косинуса rx житое равно m. Ну и также доказывается для синуса. Но это я не буду. Потому что здесь то же самое будет. Здесь будет то же самое. Далее. Тригонометрическая интерполяция. Тригонометрический интерполяционный многочлен. У нас, вспомним нашу формулу. У нас функция приближения тригонометрического приближения, она выглядит вот так вот. Давайте рассмотрим 2m равномерных узлов, которые подчиняются вот такой форме, то есть запятая y житая, это у нас точки. Далее, наш тригонометрический полином степени n имеет 2n плюс 1 вещественный коэффициент. То есть у нас здесь будет 2m, то есть тогда у нас будет этот коэффициент, умножаем на 2, получаем 2n коэффициентов. И плюс этот коэффициент, тогда 2n плюс 1 коэффициент. И можно построить тригонометрический полином в степени m, используя интерполяцию. И давайте рассмотрим такую экспоненциальную форму тригонометрического полинома. Она будет иметь такой вот вид. Ну, да, мы это уже вывели, если что. Это экспоненциальная форма тригонометрического полинома выглядит вот так вот. От минус m до m минус 1. И мы переходим уже к дискретному преобразованию Фурье. Что такое дискретное преобразование Фурье? Дискретное преобразование Фурье получается вследствие решения задачи интерполяции с тригонометрическими полиномами. Что такое задача интерполяции? Задача интерполяции – это чтобы у нас значение узлов функции соответствовали значению функции. Ну вот здесь, если мы подставим x жито, то у нас получится y жито. Если x жито поставить функцию, получится y житое. Значит, вместо x будем писать x житое. Вот это условие интерполяции. И от этого мы будем танцевать. Умножим все это на наше на e в степени минус и l x житое. Тогда мы получим вот такую вот форму уже. Так как мы умножили на минус l, получится в степени будет уже k минус l x житое. Y житое то же самое. Далее, что мы делаем? Мы суммируем, добавляем сумму, вот такую вот сумму. Мы взяли, добавили вот эту сумму по g. В правой части тоже добавляем сумму по g. И теперь
воспользуемся нашей леммой. Что наша лемма говорила? Если у нас будет какое-нибудь целое число, которое отлично от нуля, то по лемме сумма, вот эта вот сумма даст нам 0. А если наша k и наша l, они будут равны, то у нас получится 0. Вот здесь у нас будет 0. То тогда вот эта сумма даст нам, вот это будет единицей, и эта сумма даст нам 2m. Вот эта сумма даст нам 2m. Здесь это понятно. И мы получаем, что при k равном l мы имеем вот такую вот форму. Получим, ну, здесь 2m. Здесь мы получим 2m. И... А все остальное у нас возьмет и обнулится. Получим только один элемент вот этой вот, уже вот этой вот суммы. Поэтому здесь у нас будет уже al, так как k равно l. И вот правая часть у нас уже никак не меняется. И теперь мы можем получить комплексную константу, точнее, комплексную константу al. И самое интересное, что мы перешли из дискретных данных y-жита и x-жита в пространство Фурье. То есть мы получили коэффициенты al. А с крышечкой al, а они выглядят вот так вот. И теперь, что мы делаем? На самом деле, нет никакой разницы заменить некий индекс при a. Да, поэтому мы просто возьмем и заменим al на akt. Просто взяли и заменили. И да, здесь тоже заменили на akt. И теперь, что мы делаем? Мы берем и вставляем вместо x-жита нашу форму x-жита. X-жита у нас равно вот этой вот форме. Поставили, раскрыли и получили вот такой вот коэффициент при e в степени и копи. И самое интересное то, что мы получаем дискретное преобразование Фурье для наших комплексных констант. Он выглядит вот так вот. И то, что самое интересное, то, что вот эта вот форма превращается в минус 1 в степени k. То есть вот это равно вот этому. А само дискретное преобразование, вот эта вот запись. Вот эта вот форма. Боже, как же я устал. Далее, дискретное преобразование Фурье. Да, давайте мы еще рассмотрим граничные коэффициенты. Граничными коэффициентами будут являться a минус m и am. Ну и вставляем вместо k минус m. Поставили, получаем вот такой вот здесь минус m и здесь минус m. И самое интересное то, что здесь m и m сокращаются. Получаем вот такую вот форму. И что самое интересное для граничных коэффициентов? Граничные коэффициенты дают нам вещественные числа. Именно вещественные числа. И как видите, почему вещественное число? Потому что единственная комплексная часть из всего этого уравнения, она взяла и превратилась уже в вещественную часть. То есть комплексная часть превратилась в вещественную часть. И все это у нас тоже является вещественной частью. И то есть это комплексный коэффициент превращается в вещественное число. Ну и то же самое происходит для вот этого вот граничного узла. И мы приходим, то есть а уже не минус, а просто ам у нас будет равно то же самое. И мы приходим к тому, что ам равно а минус м. И давайте теперь запишем некую несимметричную сумму. У нас была вот такая вот сумма. Эта сумма является несимметричной. Теперь давайте сделаем ее симметричной. Вот мы расписали нашу несимметричную сумму. Теперь мы превращаем ее в асимметричную сумму. А как мы это сделали? Почему эта сумма является несимметричной? Потому что у нас здесь m-1 элемент, а здесь уже m элементов. Нужно так сделать так, чтобы здесь у нас было тоже m-1 элементов. И что сделать? Мы просто вываливаем единицу и выносим какой-то этот несимметричный уже элемент. То есть граничный элемент. Мы граничный элемент взяли и вынесли. И мы получили симметричную сумму и граничный элемент. И самое интересное то, что в граничном элементе у нас в сумме у нас есть akt умноженное на e, а вот в граничном элементе у нас уже a минус m, и мы берем из вот этого вещественного числа, а точнее комплексного числа, вещественную часть. Почему мы берем вещественную часть? Потому что мы должны получить вещественное число, поэтому берем вещественную часть вот этого комплексного числа. А что это такое? Это на самом деле косинус. Вот эта вот запись, это является косинусом. И мы взяли и получили вот симметричную сумму и получили элемент, вытащили элемент из этой несимметричной суммы. И самое интересное то, что мы работали с
правым элементом, то есть вот с этим элементом. Но то же самое можно расписать уже не для минус m, а для просто m. К примеру, я здесь записал то, что мы здесь работали. Ну, короче, мы просто взяли и поменяли местами. То есть у нас здесь уже вот здесь будет m, а здесь минус m плюс 1. А здесь было m минус 1, а здесь минус m. И здесь то же самое. Здесь то же самое. Мы уже меняем не вот эту часть, а вот эту часть. Просто убираем элемент. А уже будет уже вот этот граничный элемент. Не минус m, а просто m. Получаем все то же самое. И число... И да, самое интересное то, что здесь число неизвестных. И их число... Здесь будет 2m минус 1 неизвестное, плюс 1, получим 2m неизвестных. Вот это и было дискретным преобразованием Фурье. Теперь, вычислительная сложность. В дискретном преобразовании Фурье у нас есть коэффициенты. Эти коэффициенты вычисляются вот так вот. И как вычислять эти коэффициенты? У нас есть 2m умножений и 2m минус 1 комплексных сложений. Да, комплексных умножений, комплексных сложений. И в сумме это дает нам сложность ОМ в квадрате. Но она, ну, помимо дискретного преобразования Фурье, у нас есть быстрое преобразование Фурье, и для коэффициентов у нас коэффициенты выглядят уже вот так вот. То есть это то же самое, что и вот эта вот сумма. Для k от минус m до m. И как находятся эти коэффициенты? Эти коэффициенты находятся благодаря алгоритму Кули-Тюки, и поэтому у нас сложность уменьшается до с m квадрат до m лог 2m квадрат. И давайте рассмотрим алгоритм Кули-Тюки. У нас, пускай у нас дано m узлов, это эти m узлов у нас являются, они являются степенью двойки. То есть у нас есть, к примеру, 2 узла, у нас есть 4 узла, есть 8 узлов, 16 узлов. Если у нас число узлов равно числу степени двойки, то мы можем применить алгоритм Кули-Тюки. Расписываем нашу формулу, вот эту вот формулу. Далее, давайте разделим нашу сумму, вот эту вот сумму, на две суммы. Сумму четных и нечетных элементов. Взяли и расписали. Она вот так вот возьмет и разделится. А вот эта вот сумма уже... Из этой суммы можно вынести вот этот вот коэффициент. Ну, потому что этот коэффициент импонирует единица. Ну, ладно. Самое интересное то, что давайте вот эту сумму и вот эту сумму заменим на ЕКТ и ОКТ. Получим вот такую вот форму. Красивую, удобную форму. И теперь давайте мы к ЕКТ-у... Ну да, ЕКТ у нас вот здесь. К екатому прибавим какое-то число m, либо убавим какое-то число m. Давайте распишем. Екат равно вот эта вот сумма. И вместо k мы пишем k плюс минус m. Взяли, расписали. Мы берем и выкидываем коэффициент при m. А, коэффициент при m у нас просто возьмет и превратится в единицу. А почему? Потому что у нас здесь 2π. А если g у нас будет вещественным числом, а точнее целым числом, то e в степени вот эта вот запись всегда равна единице. Это означает, что мы доказали, что, к примеру, ek плюс минус 1 плюс минус m равняется ekt. То есть вот эта вот форма равна вот этой вот форме. И то же самое мы можем доказать для окатого. Ok плюс минус m равно okt. Теперь давайте мы вычислим коэффициент okt для k от 0 до m. И это выйдет вот так вот. И то же самое мы можем вычислить для... Это мы вычислили для точек, положительных точек, но также у нас есть отрицательные. Помните, что k у нас от минус m до m. И мы на самом-то деле можем записать уже вот такую вот форму, просто то же самое, от k от 0 до m. Только e мы наш k делаем минус m. И мы получим... И мы взяли и просто... уменьшили в два раза число вычислений. Вот для чего мы это сделали. И далее. Самое интересное то, что вот это ЕКТ и ОКТ на самом деле то же самое, что и вот эта вот запись. То есть вот эта запись и эта запись, они идентичны, только у нас имеется более грубая сетка. Да, более грубые сетки, для более грубой сетки у нас есть быстрое преобразование в Фурье для ЕКТ и ОКТ, то есть алгоритм рекурсивный. То есть мы можем применить рекурсивно и здесь то же самое.
тоже для екатова у нас будет екатый и тоже и окатый, а для окатва тоже будет свой екатый и окатый, и для них то же самое екатый и окатый. И вот пример алгоритм Кулитюки. У нас здесь для граничных узлов вещественное число, то и для вот этого граничного узла тоже граничного коэффициента, извините, тоже вещественное число. А здесь применяем уже алгоритм Кулитюки, получаем ЕКТ и ОКТ. И здесь то же самое. ЕКТ и ОКТ. И, к примеру, для вот этого Е2 мы тоже можем применить алгоритм Кулитюки. Получим вот это и вот это. Ну и так далее. Это для m равно, для число m равно 4. Далее, то есть узлов у нас 8. Ну ладно, далее. И вот применение. К примеру, у нас даны... дана какая-то периодическая функция. Вот синим она обозначена, она нам неизвестна. Единственное, что нам известно, это данные. Они обозначены оранжевым цветом. И мы благодаря этим данным можем найти коэффициенты тригонометрического ряда благодаря алгоритму Кулитюки. Точнее, благодаря, да, благодаря быстрым преобразованиям Фурье мы можем найти коэффициенты при АКТ и БКТ в тригонометрическом ряде. И вот чему они равны. Мы взяли и нашли коэффициенты в тригонометрическом ряде, и значит, мы можем восстановить нашу периодическую синюю функцию. Вот. Далее. Это уже мы рассмотрим в следующей лекции. 9. Дифференциальное уравнение. Рассмотрим то, что каркас многих математических моделей, эти дифференциальные уравнения являются. Они задают взаимосвязь между изменением значения параметров и самими значениями. То есть как-то прошлые значения зависят от будущих значений. Это как-то так можно объяснить. И они применяются, если перемены изменяются непрерывно. То есть, если у нас не непрерывно, то это дифференциальное уравнение как-то неправильно будет применять. Основные виды дифференциальных уравнений — это обыкновенные дифференциальные уравнения, это ОДУ, и уравнения в частных производных. И мы давайте будем рассматривать такую нормальную ОДУ n-го порядка. Она имеет вот такую вот форму нормальную, обыкновенную форму, то что n-ная производная какой-то функции y от t зависит от прошлых производных. Вот так вот. Спасибо за просмотр.